С пятницы по воскресенье ГИБДД устроит охоту на водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Выявлять нарушителей будут по всему краю, задействовав максимальное число нарядов ДПС. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. Если же нетрезвый водитель сядет за руль повторно, ему грозит уголовная ответственность – штраф до 300 тысяч или лишение свободы на 2 года.